Итоги весенней посевной кампании Ульяновской области подведут в эту субботу, 23 июня. Праздник «День поля» 2018 – одна из крупнейших выставок инновационных технологий в отрасли и новейшей сельскохозяйственной техники в регионе и в ПФО пройдет на территории Ульяновского НИИ сельского хозяйства в поселке Тимирязевский. В этом году организаторы обещают существенно расширить тематику выставочных площадок. К уже существующим направлениям выставки демонстрации «День поля» 2018 добавятся блоки садоводства и ландшафтного дизайна. Выставка предприятий лесопромышленного комплекса, кооперации, гастрономического потенциала региона, пройдут сельские спортивные игры и откроется детская игровая зона. Программа также включает в себя проведение научно-тематических семинаров. Ключевым событием дня станет заседание Совета по вопросам комплексного развития сельских территорий. На нем будут подведены итоги работы АПК за 2017 год и обозначены перспективы дальнейшего развития. Начнется торжество в 9:00. К месту проведения Дня поля 2018 будет организован специальный транспорт. В 8:30 и в 10:00 автобусы отправятся от остановок «Парк Победы», «Вещевой рынок» и «Речной порт». В 12:00 и в 15:00 автобусы отвезут ульяновцев домой до тех же остановочных пунктов.